Смотрите, сегодня какой прекрасный день. Вот прямо сейчас в Брянске вот так вот у нас вот снег идет, снег и солнце. И вот спасибо вот человеку, подсказавшему мне в интернете, удобрить мое растение, вот это, которое чахло. С него я начала удобрять все растения. И вот, казалось бы, посадила, вот с улицы принесла цветочки, они завяли, зачахли. И вот один только дал вот такой росточек. И вот такая у меня тут красота, красота. Красота, все полила, все удобрила. И вот на улице у нас сколько? На балконе у меня плюс 20. За окном на самом деле, на улице на самом деле 0 градусов на солнышке. Вот. Морозно, очень морозно. Вот. Вышла я быстренько вам показать на балкон, босичком вышла я показать вам вот этот день прекрасный. Вы представляете, снег. В Брянске выпал первый снег. У нас первый снег. Вот оно, везде лежит. Вот, и такие снежиночки летят. Вот такие вот с неба. Я показываю вам, не знаю, видны или нет. На экране не появляются у нас. Вот они, видите? Вот они. Солнышко слепит, прямо в глаза сильно светит. Слепят, вот засыпает дорожки, тропинки. Такая ж красота все. Такая ж красота, Господи. Благодать какая. Птички поют, слышите? Ивы плакучие стоят, зелененькие. Вон им все ни по чем. Видите? Снег на них падает, высыпает их. Доброго дня всем вам, люди, сегодня. Прекрасного дня, прекрасного настроения. Добрых вам дел. Убегаю, холодно. Холодно. Может, постоять босиком. Убегаю я в тепло. Вот. И вот такую красоту вам ваш день. Вот такую благодатную, такую красоту я хочу послать миру. Посмотрите, какая красота. Как вот этот цветочек, это гибискус, какой он красивый, как он листики, какие у него красивые начали развиваться. Это вот именно после удобрения. Вот такая красота вот показываю. Вот видите, ничего ж не было. Вот появлялись листики, опадали, появлялись и опадали. Вот все, у кого цветочек, вы сажаете его в землю и ждете, что чудо произойдет, что он будет расти и расти, цвести и благоухать. А его надо удобрением поливать обязательно. Я раньше вот поливала слабым раствором марганцовочки практически ежедневно. Надо опять это попрактиковать. Но вот то, что удобрениями вот такими комплексами надо, комплексными удобрениями надо удобрять, я не знала. Вот, пожалуйста. Я просто покупала землю. И эта земля мне казалась уже все, уже таким важным веществом для цветка. Но ведь она же истощается. Цветок же забирает из нее полезные вещества. Откуда им взяться просто в горшке цветочном на окошке, который стоит. Так что вот такие вот дела. Всем желаю прекрасного настроения и сажайте цветочки. Вот. А этого голубчика я обрезала всего. Посадила вот баночку, и там уже корешки. Вот буду укоренять, в новый горшочек посажу. Вот, вот такая красота. Это каланхоя. Желтый каланхоя у меня красивый цветок такой. Вот. Это у меня столетник. Покупала такого вот прямо чахлика покупала. Мне надо было для лечебных целей. И я купила ради одного листочка его. Совсем мне принесли никакушный такой. Вот. Как сиротка такой вот он был. Ну и купила я его так, ну недорого. Девочка с парнем принесли, молодые мне на остановочках купила. По интернету вот вышла, нашла их и купила у них маленький-маленький этот несчастный такой, погибающий даже, можно сказать, столетник. И вот, видите, какого красавца он у меня вырос. Вот цветы любят одно место. Не любят, чтобы их передвигались место на место. Они вот, как люди, вот любят свою квартирку, свой домик. И они такие же, вот такие вот. Любители домика своего, места своего. Вот если у вас цветочек плохо растет, найдите ему место в квартире. Раз, поставьте на одно место, потом на другое. Посмотрите, где ему хорошо. Вот где он начнет вот благодарить вас своим цветением, ростом, значит, ему хорошо. Значит, оттуда вы уже не переставляете. Все. Это его домик, это его место в вашем домике.
И пусть он там и растет. Вот. Так что вот такие вот дела. Вот. Всем удачного дня хорошего и прекрасного настроения. Посылаю я в день ваш. И вот такие вот цветочки свои, такие вот, такие красивые. С моего окошечка. Так вот. И вот у меня еще вот что-то вырастает здесь. Семечко какое-то порастает, какой-то цветочек будет. Вот. Ну, вот она, красота. Красоточка такая, такая красоточка. Так пахнут листики, вот если потереть. Вкусно чем-то пахнут, таким непонятно вкусным. Цитрусовым чем-то, вот как цитрусовый пахнут. Но это не цитрусовый, а может цитрусовый, я даже не знаю, что это такое, честно. Кто вот знает, кто у нас разбирается в этом, кто подскажет, что это такое за деревце я посадила. Из косточки какого-то экзотического фрукта. Я даже название его не помню. Покупала у нас. В гипермаркете покупала такой. Ну вот. Так что. Вот такие вот дела. Вот показываю вам. Сад мой. Домашний. Красивый такой сад. Вот она. Может появятся плоды, не знаю. Может вот так вот сотворится чудо. Летом поставлю на балкон, чтобы пчелки прилетали. И, может быть, он у меня зацветет, этот вот кустарник или дерево, я не знаю, что это такое. На улице такие погибли, я сажала их, под зиму оставила. Погибли, не пережили нашей зимы суровой брянской.